Такие хорошие девчонки. Младшая сестра и старшая сестра. Кормящая сестра. Привет, проснулась, да? Все, надо сказать пока-пока, Женечка. Женечка уезжает от нас. Вот так вот. Чуть мама с собой носит. Да, мама все время за камерой прячется. Скажи, лица ты ее до зюзы. Не видела давно, скажи, нормально. Да, все за камерой. Даже ты улыбаешься, такая шурьёжная. Скажи, кормите меня уже скорее. Я вон как сколько долго спала. Всем привет, мои дорогие. Всем доброе утро, добрый вечер. У нас утро. И утро очень раннее, потому что видите, как темно. Сейчас Женечку везу на поезд. Перед этим мы заедем к нашему папе. Да? Заберем всех младших деток, чтобы Женя тоже с ними хоть немножко повидалась. Вот. Ну и поедем, конечно же, домой. В общем, начало дня. Очень многодетной мамы. Поехали. Погнали. Знаешь, если это истеричка... целостная, ты будешь Ниловой. Это мы тоже истерим. А как стать целостной истеричкой? Иметь опору на себя. А как это, не знаю. Едем, разговариваем с Женей про психологию, про типажи людей. И сейчас позвонили Евгению Петровичу, должны детки наши выйти. Я, Балда Ивановна, забыла поменять аккумулятор в телефоне, в фотоаппарате. Не знаю, насколько хватит этого заряда. Хотела заснять на память, хоть посмотреть еще на свою доченьку, хоть через YouTube, что вот она, моя солнышко. Я скучаю по ней очень. Я вообще не знаю, как вы вот детей отпускаете далеко. Мне тяжко, вот что с Федей, что с Женей. Я не знаю, как отпускать их. Но приходится. Где там наши деточки? Сколько мы их не видели вообще. Ужас, кошмар. Как долго так расстались. Нет, ну со старшими. Со старшими-то мы недавно виделись, а вот младших я прям вообще уже совсем соскучилась. Ура, 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 какие же хорошие детки, целый детский сад. Всем привет, всем привет. Здравствуйте, шапочку забыла в машине. Мамочку, кто поцелует? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Где мои детки? У тебя 43-й размер. А что, Ульяна не придет? Дай тебя тоже-то поцелую. Большущий мальчишка, большущий, большущий. Ой, какие хорошки, какие же хорошки. Да, привет. Здоровско. Что, домой поедем, дети? Да. Да, домой поедем. Соскучились? Вы по маме-то соскучились? В дом, не в квартиру. Ой, кто это? Здравствуйте, привет. Привет. Ну что, у тебя скоро день рождения? Что ты там загадал-то? Телефон. Телефон какой? Айфон, небось, да? За 100 тысяч? Айфон я уже заблокировал. Ну что ты хочешь? Ну, телефон сам. Ну какой? Не знаю, это надо выбирать. Ну ладно, поедем, выберем. Пойдемте. Это очень плохо, Матрон. Пойдемте. Ты подарил Матроне лошадку, она забыла в квартире ее. Пойдем. Я ей ему даю. Показывай. Не, отлично все. Не, все отлично. Она молодец. Так. Как-то... Сейчас, подожди, Матрон, не подходи к ней. Пока, моя хорошая. Скоро увидимся? Ага. Ну, ладненько.
Давайте, в гости приезжайте. Почаще. Хорошая такая стала, такая красивая, такая прям уже такая девушка. Ну и ты тоже, конечно, прям. Вырос, обалдеть. Да, кстати, стричься только. Да? Ух ты, тепленькие. Да. Отлично. Саша, она просто не знала, какие нитки можно брать. А мне это крёстный подарила айфон. Ему 6 лет уже, он 6 лет. Ну понятно, отдала свой старенький. Я его взял за блокиру. Крёстный еще не помню. Ну понятно, бывает. Спасибо огромное. Мы поехали. Все, счастливо. До встречи. С Богом. О. Ну что, дети, все пристегнуты, поехали. Теперь Женечку провожать надо. Да? Ну вот. Все. Папе нашему отдельный респект и спасибо, что выручил на период демонтажа нашего отопления. Да, ну и вроде как ему было хорошо с детками. Он молодец, ничего не скажешь. Всегда бы так, да? Вот. Сейчас еду на вокзал, вот, но так как детей, чтобы пристегнуть, посадить, ну, вытащить, посадить, ну, нужно много физической силы, я, конечно, вряд ли сейчас буду вылезать из машины, да, Женечка? Конечно. Вот, просто подвезу тебя, да, посидим, если успеем. Давай, моя хорошая. Ну все, погодка такая, конечно, сырая, грязная. Опять с детьми не погулять толком. Классные цветочки. Да. Друзья, в завершение этого видеоролика хочу поздравить всех матерей с их законным праздником, с Днем Матери. И, конечно, огромное-огромное спасибо всем тем, кто меня поздравил с этим праздником и подарил мне даже вот такие красивые подарки. Этот подарок от моей подписчицы Олечки. Большое ей спасибо. Но это еще не все. Вот этот шикарный букетик. Букет. Дарил Сергей Петрович, тоже ему большое спасибо за его внимание, за его любовь ко мне. Я его тоже люблю и очень сильно уважаю. Спасибо огромное, мои дорогие. До новых встреч, скоро увидимся. И пока-пока, мои дорогие.